Сегодня представим очень простую схему мигающего светодиода. Что в этой схеме интересного? Первое, что эта схема запитана от сети переменного тока 220 вольт. И второе, что в этой схеме всего лишь 5 деталей. Итак, эта простая схема мигающего светодиода может быть запитана от сети переменного тока. Собрав это устройство, можно использовать для подсветки или индикации каких-либо мест в доме или просто как декоративный элемент. Рассмотрим, как работает эта простейшая схема. Напряжение питающей сети заряжает электролитический конденсатор через диод D1 и резистор R1. Пока напряжение на конденсаторе не превысит напряжение переключения денистора, денистор работает как блокирующий диод. После того, как напряжение переключения денистора превышено, он открывается, и конденсатор разряжается через резистор R2 и светодиод. Частота мигания светодиода в большей степени зависит от параметров RC-цепочки и при данных номиналах составляет 10 секунд. Конденсатор должен быть на напряжении, которое должно немного превышать напряжение переключения денистора. В данной схеме используется денистор 1N5758, и отпирающее напряжение его составляет около 20 вольт. Потратив полчаса своего времени на сборку этой схемы, вы получите мигающий светодиод с питанием от сети 220 вольт. Но при включении и наладке этой схемы соблюдайте технику безопасности, ибо все элементы этой схемы находятся под напряжением сети 220 вольт. Если вы собрали эту схему, она порадует вас своей простотой и работоспособностью. Поставьте, пожалуйста, лайк после просмотра. Если вы впервые на нашем канале, также поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Мы вместе с вами будем знакомиться с интересными, полезными и очень простыми электронными схемами.